I don't feel very much like talking. No, neither walking. You wanna know if I can dance? Я приветствую каждого, кто сегодня вечером с нами. Добрый вечер. Здравствуйте, приветствую наших телезрителей, приветствую тебя. И я уверен, что сейчас все у экранов буквально оживились в прямом смысле слова, потому что, конечно, узнали легенды, и многие узнали себя, ну вот, может быть, пару десятилетий назад. Это точно. Люди моего поколения плюс точно сейчас, я не знаю, подпевали и даже подтанцовывали, я уверена. Потому что, ну, для меня, например, это, ну, все-таки, наверное, больше детства, но действительно, я ловлю себя на том, что когда слышу хиты этой группы, группы Баккара, я подпеваю. Откуда я знаю эти слова, я не знаю. Действительно, устоять невозможно, а мы не будем себя долго мучить. Сейчас совсем ненадолго прервемся на афишу, для того, чтобы вы могли спланировать свой завтрашний день, но затем вернемся сюда в студию и, конечно, будем представлять наших долгожданных гостей. В музее-усадьбе Репина Здравнёва открылась выставка «Репин и мастер, и художник». Выставка из фондов Московского государственного музея Толстого посвящена творческим и дружеским связям Ильи Репина и Татьяны Толстой, старшей дочери писателя. В 2024 году отмечается 180-летие со дня рождения знаменитого художника и 160-летие со дня рождения художницы, мемуаристки, последовательницы своего великого отца. В художественном музее начал работу уникальный выставочный проект «Золотой фонд Витебской художественной школы» из фонда Белорусского союза художников, корпоративной и частных коллекций. Экспозиция охватывает творчество белорусских мастеров 20 века и включает более 40 произведений живописи и графики художников, родившихся и работавших или получивших образование в Витебске. Среди представленных авторов можно отметить имена Марка Шагала, Осипа Цаткина, Юрия Пена, Софью Ли, Хаима Лившица, Льва Юдина и других. В областном краеведческом музее продолжается выставка работ учеников детской школы искусств «Витебск, тебе посвящаю». Витебск – город художников, больших, стоящих за мольбертами, пытающихся поймать свет, и маленьких, которые только-только начинают свой творческий путь. Для каждого из них город свой, обладающий своим характером, своей неповторимой привлекательностью. В арт-центре Марка Шагала проходит выставка «Красная птица. Петух в графике еврейских художников». В экспозиции представлен обобщенный образ петуха, символа солнца, огня, плодородия, в литографиях и афортах художников 20 века. Эль Лисицкий, Анатолий Каплан, Иссахар Бер-Рыбак и Марк Шагал, чьи графические листы составляют выставку, творчески пересматривали и интерпретировали в своих произведениях образы этой птицы, связанные с культурой и религией, мир своего детства, мир фольклора еврейских местечек. Наши сегодняшние гости. Ну, конечно, я начну непосредственно с участниц группы Баккара. Это Кристина Севилья и Хелен де Кирога. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. О, как приятно. Еще у нас, конечно, нам будет помогать сегодня переводить Ольга Красовская. И в гостях у нас Дмитрий Чистов. Многие наши зрители вас уже тоже, Дмитрий, запомнили. Вы продюсер, и вы часто привозите нам хороших гостей.
И снова добрый вечер. Добрый вечер. Наши сегодняшние гости действительно всем знакомы. Музыка всем знакома, несмотря на то, что, казалось бы, ну вот родилась и впервые услышали ее очень давно. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день коллектив занимается тем, что поет только те песни, которые все уже знают, или есть новый, свой репертуар? ¿Cómo podéis contestar a esta pregunta que os hacen si todavía seguís cantando las canciones tradicionales que todo el mundo sabe, que suena a todo el mundo, o estáis preparando o cantando algo nuevo que todavía quizá está en un secreto? Bueno, acabamos de grabar un disco, acabamos de grabar un disco en Palma de Mallorca. Y estará como en octubre en las redes sociales y a la disposición de todos, aparte de lo de hace muchos años, que vamos a seguirlo cantando, claro que sí. Мы буквально только что записали новый диск, который выйдет в октябре. И там будут и новые песни, и те, которые уже на слуху у многих. Скажите, когда всем понятно, я пару слов для зрителей скажу, да, все понимают, что коллектив зародился, образовался, ну, приблизительно в 70-е годы, я права? Vuestro grupo empezó a existir como grupo en los años 70. 77. Безумно популярна была группа, безумно популярна. Но те участницы, которые у нас сегодня в гостях, тогда еще не участвовали, не принимали участие в этой группе. En aquel entonces, cuando el grupo fue fundado, vosotras todavía no participasteis todavía en este grupo. Еще нет. Тогда нам очень хочется узнать, когда вы впервые услышали песни группы «Бакара», и можно ли было вам тогда себе представить, что вы будете участницами этой группы? ¿Cuándo fue la primera vez cuando oísteis las canciones del grupo Bacará y entendisteis que ya podemos empezar a cantar? Bueno, yo había visto a Bacara en Eurovisión, Helen supongo que también, porque somos de la misma edad. Entonces, en el año 78, cuando Bacara participó en Eurovisión, yo la vi en familia, yo vi el dúo Bacara en familia. Pero fue mucho más tarde, en el año 1999, cuando empecé en la formación original con Maite Mateos. Estuvimos 5 años juntas, grabamos 2 álbumes y después conocí a María Mendiola en el año 2010 hasta que falleció. Entonces fue cuando después los fans me propusieron seguir con una persona y conocí a Helen hace muchos años y entonces es cuando hace 2 años que estamos ya juntas. Yo llevo 25 años en la formación y Helen acaba de llegar, pero... Muy bien. Las originales eran Maite Mateos y María Mendiola. Eso es. Y ella estuvo 5 años con Maite Mateo. ¿Y el resto con María? Y el resto del tiempo con María. Y ahora conmigo. Сейчас мы услышали имена первых двух основательниц. Именно те, кто испанский не знает, тем не менее, имена мы услышали и поняли. Первыми я немножко... Ну, будем так, это будет не столько перевод, сколько пересказ, потому что... Мы согласны. Довольно длинный был ответ. Да. Было сказано много. Смысл в том, что вы начали свой вопрос с того, когда впервые. Впервые Кристина услышала песни в 1977 году. Сразу? Да, то есть как только основали. И это было в семье. Они, ну, были очарованы этими песнями, и уже позже она назвала год 99-й, когда они, в общем-то, стали, ну, так скажем, уже готовиться, уже выступать и так далее. И на тот момент вот те имена, которые были произнесены, Майте Матео и... Мария Мендиола. Мария Мендиола. Они
были первыми, кто выступал в этой группе. И вот Кристине даже удалось около 5 лет выступать именно вот с Майтой Матео. Да, но они вот выступали, потом они разделились, и у каждой была своя бакара. Luego habéis separado y cada grupo tuvo su bacara. Efectivamente. Да, именно так. Eso es. Yo estuve 5 años con Maite Mateos, grabamos 2 álbumes y después con María Mendiola un álbum, I Belong to Your Heart. Y ahora con Helen estamos siguiendo con la misma discográfica que tuvimos en su momento. Nuestro productor es Luis Rodríguez del grupo Mother Talking. Y estamos con Luis desde entonces también. Да, они выпустили альбомы, в которых как бы вот было вот это разделение. Их продюсер был тот же самый продюсер, которого они назвали, который был продюсером Modern Talking. И вот таким образом, ну, как бы стало развиваться их творчество. Я могу со своей стороны кое-что добавить. На самом деле группу Бакара постигла та же самая участь, которую постигли, в принципе, многие группы тех годов. Да. Например, Boney M, тот же самый Modern Talking. То есть у нас есть Томас Андерс, у нас есть Дитер Болин. Они каждый выступает со своими песнями. Те же самые Boney M. Просто Бакару в данном случае, ну, действительно постигла та же самая участь. И они каждый выступали по отдельности. А вот сейчас эта группа в Испании, насколько она известна, популярна? Потому что мы, конечно, знаем, мы, конечно, любим здесь у нас. Но вот Бакара для Испании. Бакара para España. Digamos, ¿cómo popular es? Que sigue su popularidad hasta ahora. Aquí en nuestro país es muchísimo, seguramente popular y suena mucho. Pero ¿cómo es en España actualmente? También, no tanto. Tengo que decir que no tanto como en Europa, como en el resto de Europa y que en Rusia. Por ejemplo, en Rusia, Bielorrusia, hemos trabajado muchísimo en la etapa, sobre todo yo con María he trabajado muchísimo. Y ahora en España se nos está empezando a conocer también un poco más gracias a nuestra nueva formación. Vamos a ir a Zaragoza en octubre a un concierto de generación Tocata de la época de los 80. Y ahí estaremos Helen y yo, y sí, somos más populares ahora en España. Кристина признает то, что реально здесь у нас популярность невероятная этой группы, и они это, об этом знают, и им очень приятно. В последнее время были годы, когда их популярность в Испании несколько снизилась, но сейчас она еще больше набирает популярность благодаря их новым проектам, и один из них в октябре они будут находиться в Сарагосе, это от себя добавлю еще один город Испании для зрителей, да, и вот они туда едут с новым проектом, с обновленными песнями, и она отмечает то, что в Испании вот сейчас у них как бы, наверное, второе дыхание открывается, их популярность растет. Вот скажите, Дмитрий, вы привозите к нам и на Славянский базар, в других проектах, безусловно, участвуете, вот группы, которые действительно ну, были мега популярны, и сегодня эти песни очень востребованы ну, на территории, я не знаю, там, бывшего Советского Союза. Мы их помним, мы их действительно откуда-то знаем, прямо вот наизусть. Насколько вот вы понимаете, что вот интерес к этим группам здесь существует? Вот насколько вам, как продюсеру, интересно работать с этими группами? Нужно ну, Дмитрий пока может отвечать, а вы перейдите, пожалуйста. Шепотом, да? Да. Я могу сказать следующее. Естественно, я прекрасно себе даю отчет о том, что здесь артисты, так называемые дискотеки 80-х, 90-х, очень популярны. Во-первых, это далеко не только здесь, это во всем мире так. В Европе на сегодняшний день, вот конкретно за Европу, в Европе на сегодняшний день дискотека 80-х, 90-х, пожалуй, занимает первую вообще позицию по сравнению даже с актуальными артистами. Мы, данные дискотеки, данные мероприятия собирают стадионы. То есть то, что здесь это уже было, туда это сейчас только возвращается. То есть такое, знаете, некая машина времени, которая нам это только туда вот сейчас пришло, а здесь это уже давно работает и функционирует.
И в данном случае мы очень много используем опыта, который мы получили в свое время здесь, в проведении данных мероприятий, мы его переносим теперь туда. Угу. Потому что до, скажем так, определенных недавних событий, назовем это так, была очень популярна дискотека «Авторадио» в той же самой Германии. Угу. Собирались стадионами и далеко не только русскоязычными зрителями. Потому что среди европейцев огромные фан-клубы тех же самых артистов, которые известны здесь. То есть это не только Modern Talking, это группа Баккара, это тот же самый Атаван, группа Арабески, Чингисхан. Это огромнейшие комьюнити, которые сами, в принципе, сами по себе очень востребованы. Они действительно востребованы. Вот, поэтому тут скорее даже мы, может быть, перенимаем уже действительно практику наоборот. То есть здесь мы этому научились, а туда это сейчас только пришло. Вы скажите, вы любите гастроли? Вам кажется, что на гастролях вас принимают лучше, чем дома? Или это наша иллюзия? Una pregunta interesante. Si le gusta la gira artística, generalmente las giras artísticas, ¿no os parece que durante la gira artística, cuando estáis con los conciertos en otros países, os acogen mejor que en vuestro propio país? Conteste. Bueno, la acogida siempre es buena, estés donde estés, porque la música crea esa magia y ese amor. Y nos encanta viajar, tenemos esa suerte porque hay una cosa que es el escenario y otra cosa que son los viajes, que hay veces que son agotadores. Ayer hablábamos de cuántas horas habíamos estado de viaje cada uno y se oían veces de 36 horas de viaje, etcétera. A veces lo que tiene una gira es que en cualquier momento puedes no poder comer, no poder dormir, no poder cosas que son básicas, ¿no? Pero aún así, show must go on, como dicen los show must go on. Sí, y nos hace muy felices. Estamos acostumbradas a cualquier imprevisto porque, como hablábamos con Dima también, es la profesión de los imprevistos, siempre porque son producciones grandes que se mueven de sitio, muchos viajes, hoteles, en fin, visas, puedes tener problemas de mil tipos, pero aún así no podríamos dedicarnos a otra cosa. Опять же, наверное, в моем случае получится больше пересказ, чем перевод. Давайте, Ольга. Речь идет о том, что, конечно, ответить на ваш вопрос абсолютно да, что им нравятся гастроли, и они чувствуют себя очень комфортно на них, они понимают, насколько это интересно. Елена говорит, что они обе любят путешествовать, прежде всего, и это путешествие связано с их профессией, их, наверное, деятельность позволяет им ездить везде. Хотя это, безусловно, связано с очень часто непредвиденными ситуациями. Вот они назвали такие ситуации импровистас, это значит непредвиденные ситуации. А, конечно, связано с тем, что часто нет возможности хорошо и спокойно покушать, отдохнуть. Какие-то бытовые ситуации, которые возникают, безусловно, в каждой гастрольной поездке, это они учитывают. Но они от себя, опять же, добавляю немножко, поскольку, говорю, у нас получается не столько перевод прямой каждого предложения, сколько пересказ. Не оправдывайтесь, нас устраивает. Как они объясняют, ну, Дмитрий тоже тут на контроле, поэтому не даст мне соврать, правда? Я сейчас еще добавлю. Да-да. Что они вот этим и живут. То есть вот каждая эта гастроль, она их как-то вдохновляет, она делает их сильнее. И вот как и Кристина подтвердила, вот это шоу must go on, и оно действительно продолжается в их карьере, в их жизни, и это очень-очень здорово для них. Tengo que decir que hemos estado los últimos dos años muchísimo más fuera de España que en España. Hemos estado en América, en Bolivia, en Bielorrusia, en Estonia, en
Por todo el planeta, más o menos. Мы почитали в СМИ ваш список, да? Да. Несмотря ни на что, вот как Кристина говорит о том, что как раз в последние годы они даже больше проводят времени за рубежом, в поездках, и назвала страны, я думаю, что их перевозить не нужно, в которых они были, чем они дома у себя в Испании. То есть, ну и кто где там живет. Я могу со своей стороны только лишь следующее добавить. Мы сами выбрали себе эту жизнь, мы сами выбрали себе этот путь, и мы от него получаем удовольствие. Потому что мы занимаемся тем, что нам нравится, то, что нас ведет дальше по жизни. А если не получаешь какого-то вот обратного результата, ну, работа, она как-то вот теряется. А здесь именно тот самый случай, когда вот мы занимаемся то, что нам нравится, то, чем мы действительно, как-то правильно даже сказать, кайфуем. И здесь, очень немаловажно, на самом деле, нужно отметить еще поддержки собственной семьи. Потому что за годы сложилось так, да, то есть очень тяжело поддерживать какие-то семейные отношения, когда ты постоянно находишься сегодня здесь, завтра там. И здесь важно взаимопонимание вообще то же самое внутри. Я могу сказать лично за себя. Мне очень повезло со своей женой. Моя жена тоже из наконец мы услышали про Димину жену. Да, мне очень с ней повезло. У нас с ней прекрасные дети. Она прекрасно понимает, что я делаю, и поэтому у нас не возникает в этом плане никаких недоразумений и недопониманий. Иногда это происходит, это действительно очень тяжело. Причем обоюдно. Когда ты находишься где-то, ты не видишь ни жену, ни детей, но здесь действительно помогает вот это вот взаимопонимание. И в их случаях это то же самое. Да? То есть эта жизнь постоянно где-то в передвижении. Но опять же, повторюсь, мы сами себе выбрали этот путь, от которого мы получаем удовольствие, который приносит хороший результат. Ну, в таком случае у меня есть, извини, Вань, перебила тебя, ну, да спрошу, просто продолжение этого вопроса. В разных странах живут разные люди. И вроде мы все люди и люди, но у нас есть, ну, какой-то, ну, пусть скажу я это слово, менталитет. И если Испания для нас это... Всегда веселье, фееричная, праздник, фиеста. Да, безусловно. То, ну вот, например, белорусы, мы же более спокойные, терпеливые, не такие эмоциональные. Ну как вот им? Они поют у себя дома, и там вот ох, а у нас может быть поздержаннее все. Вот как это воспринимается артистами? Ahora la pregunta consiste en diferenciar las mentalidades y los temperamentos. Para nosotros, para белорусов, España es algo, es alegría, es не так, как в Испании, como fiesta, feria, y Дмитрий ha añadido que es corrida, ¿sí? Corrida en plan, de mi parte, de toda, corrida en todo, ¿sí? De todo, sí, hasta los Sanfermines, es verdad. Ya, a propósito. A propósito. Sí, sí. Я, кстати, позволю себе отметить, иногда разговор там просто уходит в беседу. Это не беседует там без нас. Давай мы с тобой побеседуем. Это суть испанцев. Brillantes, tan vivaces, ¿sí? En nuestro mundo, que normalmente los extranjeros perciben como más tranquilo, más contenido, más un poco... así suave, no tan brillante como, no tan rápido, no tan cálido, digamos, ¿sí? Te entiendo. Sí. Te entiendo. Bueno, yo tengo que decir que yo vivo en Alemania, vivo en Múnich desde hace 12 años y es verdad que es otro carácter que en España. Pero yo siento que sigo siendo muy española. Entonces, en mi casa se cocina paella, la gastronomía es exactamente igual, la música suena más o menos igual que en España, pero es cierto que hay países y zonas como que sí que hemos notado no más frialdad en absoluto. Anoche, por ejemplo, en el festival fue un aplauso calurosísimo, que fue maravilloso, ¿verdad, sí, Helen? Sí. Sentimos tanto en Rusia, que hemos estado muchos años, como aquí en Bielorrusia, como en otros países, que nos siguen acogiendo con el mismo calor, y aplauden y reaccionan igual de maravillosamente bien. Pero es verdad que en España es todo diferente, es todo más relajado, es todo mucho más... es también tranquilo.
ahí espera mañana y mañana es mañana. Mañana, ¿no? Mañana. Pero es verdad que hay otra alegría, el sol, las horas de luz. Yo lo noto porque vivo en Alemania y entonces noto el cambio. Uh-huh. Y hay mucha gente que en invierno se vuelve más depresiva, más tranquila, no quiere salir de casa, porque falta luz. Quizás uh-huh. es eso, la falta de luz. Кристина очень четко разделила наши темпераменты, тем не менее находит в них тоже много общего. Она говорит о том, что она уже более 12 лет живет в Германии, и она очень заметила это. Это действительно заметно, насколько немцы совершенно другие по своему характеру. Тем не менее, она в своем, вот так они называют, амбиенте, да, в своей среде, в своей семье, она продолжает готовить паэлью, она продолжает традиции это свои. Это прекрасно, паэлья. Свои испанские традиции, и видя даже, что она живет в другой стране, в принципе, она вот все-таки, она говорит, я себя чувствую очень испанкой, такой muy española. Вот она, наверное, невозможно. В Германии, да, да. И приехав сюда, вот они отмечают, что, ну да, вроде, наверное, мы чем-то более спокойные, но хотя вот это абсолютно не было заметно во время наших фестивальных ночей, которые сейчас начались, и они заметили отношение зрителей к ним во время концерта, как им горячо аплодировали, как их встречали. Также они заметили то, что когда люди гуляют по улицам, как это все тепло, красиво, хорошо. Ну и опять же добавлю от себя, вот такая я все добавляю, да, что это у нас, наверное, жаркие такие дни, которые вот как вы отметили в начале, вот Иван отметил, да, в начале это почти Испания, поэтому вот, наверное, так. Да, мы стали ближе на этом фестивале во всех смыслах. Que el festival nos acerca uno. В том числе и в плане температур. Es maravilloso. Maravilloso. El festival ayer fue una preciosidad. Вчера фестивальный день был просто изумительный. Вы же выступали на многих площадках. Я не знаю, даже невозможно, наверное, посчитать. Вообще, насколько вам важна та сцена, где вы выступаете? Насколько вам важно, что это за фестиваль? Какую миссию этот фестиваль несет? Потому что Славянский базар, он очень особенный фестиваль, мы в это стараемся верить. El tema de festivales. Seguramente habéis participado en diferentes festivales y en diferentes escenarios donde habéis presentado vuestras canciones. ¿Cómo es importante para vosotros? ¿Qué tipo de sala o qué tipo de escenario donde participáis? ¿Qué tipo de ambiente que os rodea cuando estáis cantando en diferentes países, en diferentes escenarios? La verdad es que sí, hay escenarios que emocionan más cuando hay muchísima gente o cuando también es un escenario pequeño y vienen familia para a visitarte. Sí es verdad que hay sitios que tienen cierta magia, ¿no? Y el festival lo tiene, este festival lo tiene, pero al mismo tiempo lo que significa cantar y alegrar a la gente, hacer que olviden sus problemas, eso es lo más importante y te da igual que sean 10 personas o 10.000. El caso es que estás entregando tu corazón, haciendo lo que te gusta y bueno, el escenario de ayer, hay cosas que no se saben explicar, pero fue muy emocionante. Ella hablaba también del público y Dima, pero el público de Bielorrusia es muy, muy respetuoso, estaba muy silencioso cuando entramos y, como decía Cristina, la ovación del final fue increíble, ¿no? Si a eso le añades que el escenario era muy bonito, la producción que hemos visto en televisión era muy buena, pues ya es toda la emoción del mundo, toda la emoción del mundo. Ольга, переводите близко, пересказывайте близко к тексту. Пересказ. Елена говорит о том, что, конечно, есть разные фестивали и, безусловно, разные сцены, на которых они выступают. Это были большие сцены и даже небольшие, очень маленькие, куда, когда в зал приходят, ну, буквально семьи. Им, у них большой опыт выступать на самых разных сценах. И очень часто то, что вот зависит, наверное, не от размера сцены, не от
от того, как эта сцена освещена и так далее. Хотя, да, технические какие-то вещи мы учитываем, безусловно. Но зависит от публики, которая приходит встречать. Вот вчера они, опять же, вспоминают вчерашний день. И Елена говорит о том, что когда они выходили на сцену, публика была такая, ну, вот silenciosa, тихая, такая спокойная. То есть они вышли и начали петь. И в конце их просто ну, сокрушила овация аплодисментов и радости, которым их встречали наши зрители. Вот на этом они, ну, она, да, делает акцент, что это именно публика, это именно зритель, который приходит встречать артиста. Но это скорее ментальность публики больше. Да. Вот, я только это хотела сказать, безусловно, мы сначала так это прислушаемся, присмотримся, а потом уже, да, наша душа раскроется, и мы уже будем аплодировать. Безусловно, это так. Да, но если бы вы исполнили публике что-то на понятном нам языке, на русском, на белорусском, может быть, мне кажется, что вот этот момент бы очень сократился. А у нас есть такое, причем все прекрасно знают эту песню. Так. Мы даже можем догадаться, вот люди, такие динозавры, как я, такого поколения, как я, мы даже знаем, потому что песни группы Бакара, безусловно, переводились на русский язык, и на эту музыку пелись, и многие даже сейчас удивятся, потому что кто-то их знает только на русском языке. Караме. Ольга, мы попросим вас перевести нашим гостям, тем более, что мы знаем, что они умеют петь свои песни по-русски. Сейчас речь идет о... Да-да-да. Что ocurre? Están hablando de las canciones en ruso. Si vosotros podéis cantar algo en ruso, alguna canción, esto seguramente sorprendería mucho. Они знают, что по-русски петь. Они знают. Дмитрий Дисеко фирма, que sí, hay algo. Claro que sí, tenemos. Bueno, quiero recordar que una canción de Bacara que también tuvo mucho éxito y que hemos cantado mucho en los escenarios es Cara Mía. Sabemos que Filip Kirkorov también hizo una versión de Cara Mía en ruso y, bueno, pues nos dio por aprender un trocito de Cara Mía en ruso. Aprendió mejor que yo, bueno. Yo todavía me... Речь идет сейчас, как раз вот Кристина вспоминает песню, которую исполнял Филипп Киркоров, «Кара Мия». Не было печали. Не было печали. Мне кажется, что до Киркорова это тоже было. Ну, может, я ошибаюсь. Она говорит о том, что вот как раз он попросил, ну, то есть у них есть такой опыт, они выучили буквально там несколько строчек. Мы хотели бы услышать эти несколько строчек, если, наверное, их они это они могут исполнить. Подемос intentarlo, ¿verdad? Claro. Okay. Bueno, ¿me claro que sí. ¿Sí? Esto sí, por favor. Vale. Bueno, Helen. Un, dos y... Cara mía... Oh. Ajá. Lleva el pechal y prosto a ti la letra. Lleva el rostro que me sea tu calendario. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Просто я сказала, я тебя люблю. Прекрасно. Я помню эти слова наизусть. Но Кристина перед этим сказала, что она эти слова выучила лучше, чем Елена. Кстати, aprendido esta canción, Кристина mejor que tú. Un poco mejor. Sí, importa. В следующей программе, когда вы приедете к нам в следующем году, Хелен выучит лучше, чем Кристина, другую песню. И мы послушаем Хелен. La vez que viene, cuando vengáis, tocará Elena aprender algo mejor que yo. Eso es. Ya está. Устроим соревнования. На многие языки переводили песни Бакары, или только это у нас так вот было популярно, переводили на русский язык, или где-то еще в мире можно услышать что-то подобное? Si sabéis algo, cuando vuestras canciones fueran traducidas a otros idiomas también, o solo se trata del ruso, ¿sabéis algo? No, se ha traducido.
traducido también alguna canción a japonés, por ejemplo. Даже на японский было что-то переведено. Она говорит, alguna canción, это какая-то песня была переведена на японский. Sí, sabemos que hay alguna canción que se ha traducido, porque fueron, Baccarat, no en la época más actual, sino en la etapa primera, fueron más populares también en Japón, por ejemplo. Когда они только начинали... Y en español, es verdad. Они, когда они только начинали, как раз говорят о том, что вот в этот период было много переведенных песен на японский. И они тоже об этом знают. И на испанский. Se ha hecho versiones, por ejemplo, lo que decía Helen, de canciones originalmente escritas en inglés, la hemos hecho en español también. Como, por ejemplo, Call Me Up se ha hecho y la versión en español que se llama Talisman. Да, есть версии, которые они исполняли на английский, и потом их перевозили уже на их язык, на испанский. Y Cristina, que es una grande escribiendo, ha hecho la traducción de Vamos al cielo, que es nuestro último single. Y tenemos que grabarlo ahora para introducirlo en el disco. Mercado también es latino. Речь идет о том, что Елена вот подчеркивает, что Кристина, ну, скажем так, лучшая писательница и переводчик. И она именно вот перевела несколько песен. Она вспоминает одну из песен. Подскажите мне, otra vez la canción de Vamos al cielo. Vamos al cielo es como, ну, пойдем на небо, типа такого. И вот тоже перевели на испанский. С английского на испанский. Да. С английского на испанский. Вот скажите, Дмитрий, у меня есть вопрос один к вам. Однажды вы привозили к нам одну группу, которая начиналась, ну и потом продолжилась, как девчачья группа. И совершенно случайно мы коснулись этой темы в нашей программе. Насколько действительно было ли этой девчачьей группе немецкой пробиваться к успеху тяжелее, чем, ну, я не знаю, там, мальчишеской группе, да, всем остальным. И оказалось, что это действительно для этих исполнительниц была огромная проблема. Скажите, вот вы, как человек, который общается с многими группами, исполнителями, которые не выросли на пространстве нашем, действительно ли вы, вот замечали ли вы когда-то, что вот в этих группах мальчиковых, девчачьих, есть какая-то разница? Я, конечно, сейчас задам этот вопрос вот участницам группы Баккара. Но скажите, вот вы со стороны видели ли вы когда-то, вот, что такая проблема существовала или существует до сих пор? Ну, я, насколько понимаю, речь зашла сначала о группе Арабески. Да. Я могу сказать следующее. У каждой группы есть свой зритель. Будь то женский коллектив, будь то мужской коллектив. Для каждой группы, помимо того, что есть... Это правильно объяснить. Не то чтобы зритель, да, все зависит от самого еще артиста. То есть если у артиста так называемый ходовой материал, который легко заходит публике, тут все равно, будь то они мужчины, будь то они женщины. Наверное, в данном случае мужским коллективам может быть даже легче пережить определенный ритм, определенный образ жизни, вот этот вот, нежели чем женщинам, по одной простой причине. Любая женщина, что она в первую очередь хочет, это собственного счастья. Семьи, сейчас мы узнаем, детей, собственное счастье важнее. И вот тут вопрос, насколько они это могут сочетать в себе. То есть вы считаете, что это не социальная проблема, а проблема, ну, конкретного коллектива? Нет, это, наверное, проблема вот именно между мужскими и женскими коллективами. Если мужчине, ему что, да, то есть вот он, его задача. Какие задачи у мужчины? Это мужчина-добытчик. То есть, что он делает на сцене? На сцене, помимо того, что он делает, он показывает свое творчество, он еще зарабатывает на жизнь. То есть, соответственно, он принес деньги в семью. Женщина, она по своей сути не так, не тот, это не добытчик. Это, чтобы меня сейчас не обвинили в каком-то сексизме, да? Вы хотите сказать, что она должна быть красавицей? Это в первую очередь. Женщина всегда должна быть красивой. Всегда. Причем самой для себя. Не для кого-то. Самой для себя.
Женщина, в принципе, она отвечает за какой-то уют. Она так или иначе стремится к уюту. И это не раз служило определенными проблемами в женских коллективах, когда они начинали распадаться, потому что кто-то хочет ребенка, она забеременела. А если ты делаешь какую-то паузу, очень сложно вернуться потом в свою профессию. Понятно, да. Потому что упущен определенный... И многие артисты, женщины-артисты, они ставят перед собой определенный выбор. Либо карьера, либо семейная жизнь. Да. И тут это уже остается на решении каждого из них. Угу. И женщину не удержит ни один, по большому счету, контракт, если она для себя решила уйти в семью. Назовем это так. Да. Вот. Это вот та разница, которая, вот, на мой взгляд, между вот мужскими и женскими коллективами. Потому что у мужчин в этом плане все гораздо проще. Ну, действительно, это так оно и есть. Хорошо. Ваше мнение нам понятно, как человека, который продюсирует коллектив. А теперь спросим непосредственно у участниц. Скажите нам, пожалуйста, была ли действительно для вас когда-то проблема вот именно ваш женский коллектив против какого-то мужского коллектива? Вам поэтому ставили какие-то препоны, и вам тяжелее было подниматься по лестнице карьерной? Si habéis tenido alguna vez el problema, digamos, sexista, ¿sí? Se llama el problema sexista. Sí. Entre grupo femenino, grupo masculino. O sea, ¿habéis sentido alguna vez una situación o habéis estado en una situación cuando os ponían problemas solo por ser el grupo femenino? No, nunca. Нет. No. В Испании нет, таких проблем нет. Нет. Ни en el mundo. Ni en el mundo, no. Ni no. En Mire. Solamente hemos observado en alguna ocasión carteles, o sea, el line-up del concierto. Hemos observado muchas veces que hay muchos hombres y pocas mujeres. De hecho, en... Вопрос как раз в том, что единственное, что они могут для себя отметить, что среди афиш, и когда вот они ездили по разным гастролям, было больше, наверное, афиш с мужскими коллективами, чем с женскими. Pero puede ser que haya sido casualidad, porque normalmente... Возможно, это просто совпадение или какая-то случайность. Возможно, это именно та причина, о которой говорил Дмитрий. И, además, por ejemplo, hemos estado en festivales con Samantha Fox, con Joy, con Ether David, con Pupo, con... En fin, con mitad y mitad también, o sea, es casualidad. Они были, совпадали на фестивалях с многими популярными артистами, которых они, да, услышали, да. Да, упомянули. Uh-huh. И, в принципе, так сказать, чтобы вот прям кто-то преобладал, ну, наверное, это было просто вот такое совпадение. Понятно. Скажите тогда, пожалуйста, на сегодняшний день ваши новые синглы, ваши новые песни и песни, которые вы которые ваш коллектив пел изначально. Вы записываете новые песни, вы сказали об этом, но с чем вам интереснее работать? Не надоело ли вам перепевать старые хиты? Спрошу попроще. Una pregunta muy indiscreta. Indiscreta. A ver. Porque... ¿Qué os parece? Habéis dicho al principio de la entrevista que ya estáis haciendo algo nuevo, álbumes y renovar canciones. Si no estáis cansadas, o incluso se puede decir un poco más fuerte, hartas de renovar canciones, hacer como una especie de, de covers de lo mismo, entender, convertirlo en algo totalmente distinto. Nuevas versiones, por ejemplo. Sí. No. Нет, они не устали. Они во время вашего перевода так интенсивно отказывались, что я поняла, что мне уже нужно пойти спрятаться вот только сюда вот за трибуну. Вопрос, это сразу это пошло. Очень простое объяснение. Артист чем занимается на сцене? Он развлекает публику. Так. Это в первую очередь. Если публика хочет от него это слышать, задача артиста это исполнить. Нет, это был вопрос не про задачу, а про желание. Желание в данном случае вот они сказали, что не хотят, развлекать не хотят публику. Понятно. То есть и здесь, я знаю такие случаи, когда артист, например, ненавидит свой хит. Он ему уже надоел, но он его все равно исполняет с тем же самым задором, потому что публика от него это хочет слышать. И в данном случае артист не существует без публики, так же, как и публика не будет без артиста.
А давайте тогда про задор. Опять же, это проблема, ну, вернее, не проблема совсем, но это посыл, так сказать, иммунитета. Вот этот вот задор. Ведь все то, что мы знаем ваше, это невероятно экспрессивное. Насколько вот хватает сил каждый раз этой экспрессии давать народу? La pregunta sobre entusiasmo, ¿sí? Que en el escenario os parecéis muy vivaces, muy alegres, mucha energía, mucho entusiasmo. ¿Qué os parece? ¿Hasta cuándo llega? ¿Sí? ¿Hasta cuándo llega esta fuerza? ¿Hasta que la cuándo salud, llega claro. este entusiasmo? ¿Sí? El entusiasmo por nuestra profesión, tanto ella como yo lo llevamos siempre. Sí. Desde Nunca que tenemos... Задор всегда с ними энтузиазм, задор, вот эта вот энергия, она нескончаемая у них. Solamente, quizás puede pasar si la salud no te lo permite. Только в случае, если, конечно, claro. здоровье тебе вдруг это не позволяет, это уже другая история. Pero canta, sí. Yo, si me enfermo, Dios no lo quiera, cantaré en el hospital también. Ya lo he hecho. Елена говорит даже то, что если вот у них, если Господь ей позволит, и она вдруг где-то заболеет, то она, если Господь ей позволит, то она будет петь даже в больнице. Tengo que decir algo. Tengo она que должна decir algo. Что-то сказать. La vida sigue. O sea, tu, жизнь продолжается. Tu familia. Семья. Tenemos el amor por nuestra familia, pero también por nuestra profesión, que son amores Есть diferentes. Две совершенно разных любви, для любовь к профессии, любовь к семье. Sí. Это разные типы любви. Pero cuando hay problemas, que los hay, todo el mundo tiene problemas. Весь мир имеет проблемы, и они всегда существуют и возникают. En el escenario se olvidan. На сцене ты забываешь об этом. Это забывается. Lo llamamos doctor escenario. Они называют это доктор сцена. А я это могу назвать даже немножко по-другому. Артист на сцене это артист на сцене это своего рода и донор, и вампир. Артист, который выходит на сцену, он отдает, выкладывает всю свою энергию публике. Но я подозреваю, может быть, Кристина меня поправит, она это лучше скажет, нежели чем я, потому что я не выхожу на сцену. Но ту энергию, которую получает артист от публики, она его заряжает на очень долгое время. То есть тут не знаю, даже донор или все-таки вампир. Это фидбэк с публиком. Беседа о чем была? Я переводила то, что говорил Дмитрий. И я так понимаю, что Кристина соглашалась, да? Да, да, абсолютно. Ты согласна со мной? De acuerdo. Totalmente. Полностью. Sí. Я так понимаю, что Хелен мурашки побежали, да, когда она говорила, эмоции мы увидели. Того, что она пережила, возможно. Ну, это мои мысли. Quizá habéis experimentado algo en tu pasado, sí, por eso has emocionado, sí. No es una pregunta, es solo... No, soy muy, muy... Sensible. Muy sensible. Она очень-очень такая чувствительная. Ой, она... я готова с ней рядом сейчас присесть, и мы вместе как раз... У меня тоже все бежит сразу. La presentadora también está preparada de estar junto a ti y también... Gracias. Muy emocionarse. Gracias. Это наша традиция. Это наши фестивальные васильки. Растут ли в Испании васильки? В Испании растут? Я-то тоже не видела, когда там жила. Es un color increíble. O sea, debe tener mucho hierro la tierra, porque si no, no salen así. Елена думает, что, наверное, вот чтобы быть таким интенсивным цветом и так вот свежо выглядеть в земле должно быть много железа. No, она no такое сказала. Ни в Алемании, ни в Испании не conozco esta flor. Es preciosa y es el símbolo de, es verdad que me ha dicho Dima, el símbolo del festival. Del festival, es preciosa esta flor. Bueno, esta es muy parecida. Это символ фестиваля, и говорят, что это считается, что это любимые цветы Марка Шагала. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы очень хотим еще послушать
вашей песни прошагала. Все объяснили. Мы очень хотим, чтобы вы еще нам спели, пожалуйста, потому что это уникальная возможность, когда мы с Ваней, хотя бы даже со спины, но будем иметь возможность вас видеть. Нам это очень приятно. Ahora están esperando vuestras canciones, vuestra actuación. Muy bien. Esperamos vuestra canción. Gracias por venir. Muchas gracias. Y un saludo enorme para España. Gracias. Ну а мы должны прямо сейчас, конечно, для наших телезрителей еще озвучить счастливое слово, потому что многие наши зрители участвуют в розыгрыше, посвященном десятилетию программы «Вечерний Витебск». Да, нам 10 лет в этом году. И Славянский базар не повод об этом забывать, это не стоит повторять. Счастливые слова нужны для того, чтобы в конце месяца из всех слов составить небольшой рассказ. Затем этот рассказ прислать нам, и среди авторов всех рассказов мы и разыграем наш приз месяца. Вот сейчас у нас, например, резиновая лодка, которая кому-то достанется. Итак, сегодня наше слово «сиять». Вы это слово, пожалуйста, запишите, запомните, оно вам пригодится в конце месяца, когда вы этот рассказ будете составлять. Подробности акции вы найдете на сайте vtv.by. Ну а осенью, в день рождения нашей программы, мы разыграем наш главный приз, это будет путешествие. Так что подписывайтесь на нас, следите за ходом розыгрыша и не забывайте, что на YouTube вы можете пересматривать все выпуски. И сегодняшний, я уверен, вы будете пересматривать, переслушивать, и вполне возможно, он станет одним из ваших самых любимых. Но вот «Сиять» сейчас будет группа «Бакара». Вам желаю нескучного вечера. Пока. Всего хорошего. Хорошего, до встречи. Ой, here comes it men again. Something in the way he moves makes me sorry. I am a lady.